Всем привет, это у нас полторы бабки, и сегодня у нас будет обзор на новый мод от Outvita. Он пока доступен только ютуберам, смотрите, вверху написано Privat YouTuber Build, Not for Release. То есть, он его выдавал при условии, что мод не окажется в руках подписчиков. Только ютуберам разрешил снимать пока, так как эта версия еще не законченная. Но смотрите, в чем прикол. Я сейчас персонаж, но смогу стать бабкой. Я немножко поиграл с этим модом, но не совсем его еще изучил. Будем изучать с вами. Так, вырубаем Гренни мод. Нападешь? Все, смотрите, бабка на меня уже не нападает. У меня есть дубина. Вот, смотрите, мои ножки. Это реально ноги бабки. Так, ну мне кажется, что я ее выше. Хотя, мои глаза смотрят ей в рот, получается. Нет, я даже немножко ниже. Смотрите, мы можем ставить капканы. Вот так, раз. Ой, я его даже пинать могу. Толкать могу капкан. Что? Я попался в свой же капкан? Так, а как капкан-то убирать? А, вот. То есть, надо было как-то сначала навести, видимо. Смотрите. Все, раскрылся. Так, хорошо, давайте еще поставим. Раз, два, три, четыре. Ну-ка, пройдусь по ним. Не, это маленько неправильно, что бабка попадается в капканы. Хотя нет, все правильно. Бабка попадается, но она не останавливается, попадаясь в них. Либо она может мгновенно вылезать из них, а я почему-то нет. Смотрите, она ходит по моим капканам. Странно. И при этом она не закрывает их. А давайте целую стопку поставим. Она тоже поставила. Сколько их можно поставить в ряд? Так. Танцуют, смотрите. И у меня, главное, ничего не глючит. Что? Видели бабку? Смотрите, там бабка. В сундуке была. То есть вот я. Но бабка не видела, что садился персонаж. Она только бабку увидела. Так, а если я вот так сяду? Гренни мод отключу. Так, конечно же, она на меня должна нападать. Ну-ка, как мы сейчас попадем в эту кучу капканов? Ну-ка, давайте. Что? А, у нас год мода, он включен. Прикол. Давайте поддадимся. Так, я сейчас просыпаюсь пока не бабкой. Ну-ка, вот сейчас, смотрите, я бабка. Я по логике должен открывать эту дверь легко. Да уж, я ее не открыл. Почему-то нет функции бить. Так. Я почему-то не могу бить. Так, а залезть-то могу, да? Да, и вот у нас, видите, бабка. Ну-ка, убьет ли моя же коллега? Нет, меня моя коллега не убивает. Смотрите, ее боком повело. Так, дверь закрываю. Открываю. Видите, у нас есть красная зона. Это, видимо, та зона, в которую, если попадет персонаж, она его увидит. Почему-то вот в такой близи, как будто бы нет, не видит. И вот так, видите, я дверь вижу совершенно обычной, стандартной. Давайте смотреть еще, какие функции здесь есть у бабки, кроме постановки капкана. Что бабка еще умеет? Так, Гренни меню он включено. Смотрите, I see you. I see you. Прикол. Реально I see you. Так. Do you want to play hide and seek? Ей что-то показалось или нет? Или это... О! Что она сказала? Hide and seek. Do you want to play hide and seek? Точно то же самое. Так, бабка, так, смотрите, ее это смущает. Ну-ка дальше. Так, тут, мне кажется, замедленный голос. Дальше. Еще. Так, кстати, мы сейчас сходим к пауку. Это будет интересно. Нападет ли на меня паук? Так, мне кажется... Outvita перекрывает весь экран. Смотрите, у меня
Одновременно бита в руке и ключ-паучок. Это прикол. Могу ли я разбиться? Так, и... Ну-ка, паук, ты меня тронешь? Я тебя не собираюсь кормить. Так, видите, что он делает? Как ему попасться-то? Никак. Сесть тут, конечно, нельзя. Все, паук убежал, он меня не трогает. Бабка, ну-ка, давайте попробуем свалиться вниз. Нет, просто хожу. Так, а что если капкан поставить в воздухе? Или кинуть его в воздухе? Давайте попробуем. Бабка, ну, она мне мешает. Ты же моя коллега, зачем ты мне ставишь палки в колеса? Так, сейчас смотрите. А, они то есть наставились прямо стопкой. Хорошо. Все, вот я не хожу. Сейчас попробуем еще что-нибудь нажать. Волк. А, это ходьба. Что? Смотрите. Это я... Look under bed. Смотреть под кровать. Ничего себе. Это я могу прыгнуть под кровать. Смотрите. Хоп. Бабка-паучок. Давайте тогда реально попробуем прыгнуть под кровать. Так, ну-ка. Look under bed. Прыгнула под кровать, но... О, она может стол сбивать. Это класс. Ничего себе. Так, как мы это можем использовать? Смотрите, мы можем сбить отвертку вот такой дурочкой. А, далеко она. Да, до отвертки никак не достанет. Так, это очень интересно. Она у нас как бита. Look under bed. А, смотрите, почему-то она быстро исчезает. Давай, сбивай стол. А, нет, она, смотрите, может долго не исчезать, если я не шагнул вперед. А если я сейчас переключусь на режим? Сначала... Нет, видите, режим бога почему-то выставляется сразу же. Грэнни мод отключу. Так, она, конечно, сразу исчезает. Сразу так приятно глазам. Серые даже вот эти тона. Они не раздражают же мозг-то, так скажем. А здесь все красное вокруг. Давайте опять смотреть. Что такое идол? Да, надо знать перевод, конечно. Идол потом... А! Так, hit by arrow. А, вот она бьет как. Смотрите, она может бабку ударить. Давайте попробуем ударить хит. Да, это просто настоящий хит. Еще раз. Так, я сбил картину. О, вот настоящий удар. Swing bat. То есть прямо танцующий удар. Ничего себе. Но она странно ничего не сбивает. Так, ну-ка. О, поехали с лесенок. Ничего себе. Давай, беги. О, давайте вот такой удар применим к бабке. Нет, ноль эффекта. Кстати, можно как-нибудь смонтировать, знаете, как вот так. Если получится. Удар и потом kill Granny. Вот это да. Реально все прокатило вроде как. Попался в свой же капкан. А если сейчас переключусь на режим игрока? Может легче будет? И назад идем. Смотрите, значок игрока черный. Черный. Ничего себе такое предупреждение. А вроде был белым, как мне кажется. Точно, у нас из-за того, что капкан черный. Вот видите, черный. И поэтому при переключении на персонажа почему-то был черный, сейчас белый. Ничего себе. Я даже здесь смог забаговать. Цвет персонажа. Это ж фантастика. Как на него-то могло повлиять? Да, грани меню не включается на режиме персонажа. Swing bat.
Так, ну так не забагуешь. Капканы все падают и падают из меня. А почему я идти не могу? Смотреть. А, странно. Я идти не могу. А сейчас могу. Ну-ка теперь. Я идти не могу. То есть я выбрался, считается, из капкана персонажем. А, они исчезают так. Смотрите, прикол. Я выбрался персонажем, а бабка все еще считается, что в капкане стоит. Тоже, в принципе, баг. Давайте подойдем к тому капкану, которого уже нет. То есть я сейчас за бабку никак не смогу выбраться из капкана. Потому что его не существует. Так, ну хорошо, давайте попадемся ей. Обычным персонажем. Пока проходить игру не будем. Так, это что за бабка? Странно. Еще одна стоит. Так, а где основная тогда бабка? Это что за бабка-то вообще? Она, видимо, где-то ходит. Либо это она же и есть. Но почему-то забаговалась. Так, все ли мы функции посмотрели? Прикол. Хит. Кстати, бабка так вообще не убивает никогда таким легким. Она всегда вот так убивает. Так, она там как будто что-то роняет. Слышали? Так, странно. А, вот она настоящая. Смотрите, режим бога не выключается. То есть бабка не может напасть на бабку. Но сейчас попробуем, чтобы напала. Дождемся. И смотрите, буду нажимать прямо при ней. Вплотную подойду. Может, глюканет? Давай. Не, не глючит. Но капкан поставлен. Исправно. Странный, сразу же закрылся. Ну все. Давайте, наверное, на этом видео закончим. Обзор всех функций провели. Спасибо Аутвиту большое за предоставленный мод. За такую прикольную разработку. Скоро, скорее всего, выйдет версия для всех. Она, возможно, будет более функциональной. Кстати, а можно манекен сбить? Гад. Не сбивается. А, вот все, сбил. Реально работает. Ой, на капкан приземлился. Если буду снимать видео, то, скорее всего, сниму прохождение игры за бабку. Тоже будет прикольно. Но это в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.